Добро пожаловать в нашу новую студию Rail Nation. Карьерный локомотив курсирует по железным дорогам уже несколько недель. И сегодня мы покажем вам, как он создавался. Давайте посетим офис художников-графиков. Это дизайнерская стена в офисе художников. Как вы видите, они продемонстрировали на ней свой недюжинный талант. Здесь находится множество различных набросков и рисунков. Некоторые из них могут быть вам знакомы. Мы включали их в прошлогодний опрос о стиле новых локомотивов. Есть даже один в шляпе Вильяма. Ян, ты участвовал в создании большинства этих рисунков. Какие стили рисования вы здесь применяли? Мы просто хотели попробовать все. От комиксов, рисунков в стиле научной фантастики и стимпанка до реалистичных поездов. И как команда мы хотели попробовать все и разработать различные локомотивы в каждой из этих тем. То, что вы здесь видите, это лишь несколько примеров графики за последние месяцы. Окей. В конечном итоге мы решили остановиться на этом локомотиве. Почему вы выбрали именно его? Мы поняли, что лучше всего будет представить реалистичные поезда. Поэтому мы использовали эти четыре наброска и включили их в опрос. И этот локомотив стал абсолютным победителем. Окей, мне тоже он очень нравится. Было испробовано также множество различных расцветок. Спасибо за уделенное время и увидимся позже. До следующего ролика. Пока!